Железнодорожный дороги, он должен контролироваться. Я должен собраться здесь, я должен понимать, что я делаю, каждое движение рукой. На это стоять должен. Вот когда стоит, то все с душой происходит, понимаешь? Смотри, малыш. Малыш сзади, но не Саня, молодец. Давай, давай, давай. Давай, малыш, молодец. Вечер обещает быть интересным. Блядь, не давайте, уроды, блядь. Кто-нибудь дайте проехать. Ёбаный рот, что вы делаете? Опа! Проебал. Смотри, смотри, смотри. Хорош, гусь. Хорошо едем, машину чувствую. Давай, давай, давай. Опа, молодец. Давай. Ну что, дальше? Дальше справа надо, справа. Ваши действия должны быть абсолютно четко спланированы. Никаких просто так дерганий у вас не должно быть. Четко рассчитывать скорость каждого, кто идет в потоке. Основные ошибки и жесткие ДТП в потоке происходят по причине того, что кто-то кого-то не увидел. Вы не имеете права делать никаких нечетких перестроений и непонятных для вас. Потому что если хоть одно действие будет непонятно для вас, то для остальных это, включая вас, может закончиться очень плохо. Вы должны быть постоянно сосредоточены на том, что происходит не только впереди вас, но и вокруг. Постоянно. Постоянно глаза должны ходить по всем зеркалам. Никаких резких торможений, никаких газ-пол там просто так, да? Потому что, ой, я там увидел просто дырку. Вы должны вести себя с тачкой, как с любимой женщиной. Ласково, нежно. Но она же тоже та еще сучечка. Она у вас мощная или она у вас не мощная. На самом деле в потоке особой роли не играет. У вас там 500 сил или 300. Вообще не играет. Все ласково. Механизмы должны работать ровненько, ласково. Постоянно наблюдайте за тем, что происходит вокруг вас еще раз. Я не смотрю по большей части на поворотники людей, потому что поворотник человек может успеть включить, а может не успеть. Смотрю на колеса. Однозначно смотрю на поворотники, но на колеса смотрю 10 раз чаще. Особенно, например, в пробке. Сейчас мы не в пробке, но я так понимаю, мы скоро мы и попадем. То есть вы должны понимать одну простую истину. Вот представьте, что вы в кабине самолета. Вы летите на скорости, я не знаю, 1000 км/ч. Вот
понимаете, что ваша мысль, у вас тут только тело. Ваши мысли должны быть там. Вы должны просчитывать все, что происходит впереди. А одновременно вы должны считывать каждого сумасшедшего, который в этом потоке прыгает. Потому что если вы прыгаете с кем-то вместе, вы постоянно за ним должны следить. Это самая главная опасность для вас в потоке. Если вы жестите и жестит он, это очень важно. На полноприводных машинах, конечно, в поворотах приятно поддавать газку. Она, соответственно, сразу вытягивается. Сейчас мы попадем, наверное, опять в пробку. На заднем приводе с газом нужно быть поаккуратнее. Вы должны анализировать каждого водителя. Это часть психологии, но, к сожалению, у вас это должно быть. Вот смотрите, вот мы едем, вот Lexus едет, да? Посмотрите, вот он Lexus. Вот у него номера Triana, 99 Rus, никакого тюнинга, ничего, едет вправо спокойно. Я вам гарантирую, что эта машина не будет делать никаких резких движений. Вот вы вбросили взгляд, там едет какой-нибудь водитель, задот такой вправо спокойно, везет своего там жирного босса. Жига опасная, вся гнутая, кривая. Opel, латвийские номера. Таджики могут сделать вообще все, что угодно. Могут прыгнуть в любую секунду, в любую полосу. И потом вам будет говорить, что он не знает русского языка, а он сюда приехал вчера. Mitsubishi, кто у нас тут? ASX. Культурный водитель всегда будет включать поворотники, только хотел сказать. А машину обслуживают в официальном дилере. Машинка чуть-чуть грязная, но опрятная. Никакого лишнего тюнинга, никакого говна на машине не висит. Машина, скорее всего, кредитная. Будет ехать аккуратно. Audi 96 Rus. Регион всегда смотрите. Это у нас, по-моему, Екатеринбург. Едет в левой полосе. Ну, может что-нибудь исполнить. Такое 50-50. Спаренная сзади труба. Наверное, какой-нибудь мотор стоит. Интересно. Хотя, с другой стороны, тренировки по машине нет. Наверное, добропорядочный персонаж будет ехать спокойно. С другой стороны, угрозы нет. Давайте поедем дальше. Кто у нас тут? Kia. Восклицательный знак. Аккуратно. Он сам не знает, блядь, куда он едет. Toyota. Небитая, старая Toyota Avensis. Молдинги на месте. Машина не мятая, не гнутая. Передние стекла растонированы. 97-й регион, старые номера, железки на номерах ровные, машина на колпаках. Будет уверенно ехать в своей средней полосе, никогда вам не подрежет. Если, конечно, только не будет пиздить по телефону, такие любят. То есть вы должны прямо определять, вот поведение в том числе человека на дороге зависит, по моей методике абсолютно точно, имеет отношение к внешнему виду автомобиля. Читайте их, смотрите, что они делают. То есть вы не можете видеть лица, но вы можете видеть машины. А на машине написано, как человек себя ведет. Вот идете чуть быстрее потока. Не нужно идти быстрее потока на там вот такое, на 100 км в час. Поток 100 идет, ты идешь 200. У вас не хватит опыта. Вы расшибетесь и еще расшибете кого-нибудь другого. Постарайтесь, если вы уж любите там пожестить на дороге или хотите там почувствует лучше автомобиль, езжайте на 10 километров быстрее поток, на 10, ну на 15. Прочувствуйте этот поток, прочувствуйте, как он дышит, как он себя ведет. 40 Rus, аккуратно. Ничего не имею против региончиков, но просто пиздец, что они творят на дороге. Ну реально, ну у них там по-другому, у них там другое движение, они там с утра до вечера по одной и той же дороге ездят, а тут ёпта, куда попал, ёпта, куда они тут все в Москве больные едут. Желающих погоняться пол Москвы, это факт, зато все в комментариях, блядь, такие правильные. Вроде ничем не приметный Opel, и вроде бы все нормально, но вдруг... Как только пустая дорога, более-менее, Opel превращается в Nissan, сука, GTR! Хуй догонишь, давай, опа, молодец, красавчик! Да, в комментариях вы другие, ребятки.